Всем привет! Итак, продолжаю я убираться в моем рукодельном уголке. Открыла еще один шкаф, который находится у меня наверху. Полочка есть в шкафу, точнее. И там у меня хранятся вот такие разные коробки. Скажу вам, мои дорогие, что раньше на YouTube, 10 лет назад, когда мы еще снимали видео на мыльнице, не было хороших камер в телефонах, не было у нас видеокамер, мы собирали, коллекционировали различные коробки, банки, жестянки. Вот. И у меня накопилось некоторое количество. Я, конечно, хомяк в этом плане скромный, но тем не менее хлама тоже натащила много. И вот теперь все это достал. Это занимает определенный объем. Хочу посмотреть, что у меня там находится, и как-то разобрать. И нашла сумку с наборами. Я, честно вам скажу, даже про нее забыла. И вот так немножко заглянула, обнаружила такие наборы, которые я просто, честно вам скажу, забыла, что они у меня есть. Посмотрите, какие у меня есть шикарные карпы. Карпы в пруду. И вот это, по-моему, пион древесный, древовидный, если я не ошибаюсь. Что за фирма? Я думаю, что это должен был быть фирма Домы. Но упаковка почему-то как не Дома. Какая-то китайская. Честно, не знаю, откуда. У меня этот набор уже не помню. Много лет прошло. Здесь... Ой, ужас какой. Здесь очень много ниток. Очень много ниток. Давайте достанем, посмотрим саму схему, книжку. Ну, не написано, что это Дома. Это, наверное, не Дома крафт. Просто какой-то китайский набор. Не знаю, откуда он у меня появился. Красивые цветы. Карпы. Надеюсь, я показываю в камеру, потому что разложила все на кровать, иначе это все никак не показать. Да, вот такой набор. И здесь у меня целая куча каких-то тоже китайских наборов, когда я их покупала. Нужно их вообще выбросить, оставить только ткань. И пока лежит вот так. Там мне дарили, кстати, на равномерке. Нужно будет попробовать. Ой, это еще набор со скатертью. Давно покупала в Эрвак. Мне так нравится эта скатерть, но я первую свою еще не вышила. Блин, как-то у меня так получается, как у всех. О, такой наборчик. Это есть нанесенка у меня. Я, наверное, когда-то что-то покупала все-таки, да. Вот, один нашелся с нанесенкой. Представляете? Интересно. Ну, тоже было интересно, наверное, покупала. А вот тоже с нанесенкой. Или нет? Нет, без нанесенки, просто набор. Но тут нужно точно, потому что у меня есть оригинальные ланарты, схему оставить, бумажки сети. Нитки я такие тоже не люблю, но с жадности, наверное, не выброшу. А вот ткань мне нужна. Ткань здесь хорошая, 18 Аида. Такой вот. Может, кому-то продать, может, кому-то здесь он нужен будет. Надо будет поспрашивать. Такой уже не вышиваю. Ага. Китайцы. Ну, здесь только ткань нужно оставить. Все остальное нужно это выбросить. Мне это не нужно. Вот тут тоже ткань хорошая. Большой кусок. Все остальное выбросить. Да, Аида хорошая, плотненькая, красота. Так, Аида мне нужна. Нитки я оставлю. Ладно. Могут пригодиться для какого-то сэмплера что-то. Можно, знаете что, вышить
как салфетку, но другой рисунок этими нитками. Вот, нужно будет просто подумать. Это эти упаковки можно все выбросить. Если занимают бумажки. Представляете, как их много тоже. Поэтому я, наверное, вот так сделаю, повыбрасываю. И здесь это мне дарили. Эту птицу тоже мне дарили. Картинка вышивала. Это надо оставить. Это что тут? А еще нужно будет вышить их на равномерке. Как-то оформить. Но руки пока не доходят. А это мне гладь шелком покупала. Тут все есть. Блин, Юля, когда же ты соберешься силами? Ну, не знаю. Когда-нибудь. Выбросить все. Лишнее нужно выбросить, расхламиться. Так, а здесь я, наверное, ткань уже забрала. Что-то уже делала. А, я дорожку, кстати, вышивала из этой основы. С этой ткани. Выбрасываем. Так, какие-то нити, органайзер, картон. Ладно, мы оставим. Какой-то отдельный пакет. А все остальное нужно выбросить. Что у меня тут лежит? Место много занимает. Вот так. Так, это наборы. Это наборы. А вот они все пытаются. Иголки, кстати, нужно будет пособирать. Пригодятся. Все, сразу облегчение. Упаковка меньше стала. Это все выбрасываем. Не нужно. Так, ну это наборы нормальные. Оставляем. А это я все сложу в отдельный пакет. Не видно. Вот здесь, наверное, точка просмотра. Так, все, бумажки я выбрасываю, а это я оставляю, просто в отдельный пакет сложу. Иглы сразу тоже я выберу, они мне пригодятся, почему бы и нет. Иглы всегда нужны, процессов много. Вот так. Все. Все, картон тоже выброшу, нечего его собирать. Все, это на выброс. Вот такая целая куча бумажек на выброс. Так. Дальше. Пакет пустой. Сюда. Вот так и сложу наборы в этот пакет, потому что пока лучше ничего нет. И там они у меня стоят неплохо. Так. Уже что-то. Дальше. Жестянки. Вот это открыто. Здесь у меня ленты. Остатки лент. Это ткани. Какая-то мелочевка. Ой-ой-ой. Какие-то бубенчики. Что-то я покупала, собирала. Ленты. Так. Очень много мелочевки. Что с этим делать, совсем непонятно. Так не люблю разбирать вот эту мелочевку, честно вам скажу. У меня плохой конфронт. Покупала прищепки, может, для фотографии, я уже не помню. Такие прикольные. Ну, верно. Прикольные прищепки. Так, не знаю пока что-то, что буду с ними делать, с этими всеми вещами. Так, пока разбираем. Здесь тоже чего только у Юли не насобиралось. Клипсы, игольница с иглами. Ох, Юля. Вот еще игольница. Это мне дарила Виктория. Да, можно будет куда-то применить как-то. Подумаю. Чего тут только нет. Блинки. Так,
клипсы, наклейки, иглы. Это все нужно, между прочим. Вот это выбрасывается. Что это тут у нас? Понятно. Так, эти пустые. Это, по-моему, пустая. Да, пустая коробка. Здесь были конфеты, шоколадки, что-то было. Пустая. Здесь мне нитки Наташа оставляла, ПНК дарила. Ну, тоже для каких-то процессов можно оставить. Хотя, конечно, ниток у меня всего полно. Ну, пусть будет. Жалко ж выбросить, правильно? Пусть будет. Так. Ужас какой. Так, сюда нужно найти пакет, это все убрать. Здесь у меня тоже какая-то фурнитура. Красивая, между прочим. Так упала, что-то хотела делать. Какой красивый гранат. Я не вижу, куда я показываю. Какой красивый гранат. Так. Надо это держать поближе, чтобы что-то с этим сделать. А вот из этих вот божьих коробок я делала пины. Очень красиво получились. Слоники. Ракушка такая красивая. Почему-то еще не использовала ее. Так, ну и в этой коробке у меня остатки бисера, какие-то остатки тканей, просто ужас. Остатки от наборов от бисер. Да, видите, остатки бисера. Я сыпала все в один пакет. Тоже делать было нечего. Видите, что творится. Что творится? Как вот с этим разобраться? Коробки опускаются. Так не люблю разбирать мелочевку. Куда? Что? Как? Ой, тут у меня какие-то обрезки тканей. Основы какие-то. Ленты. Так, надо разбирать просто по кучкам. Ткани к тканям, нитки к ниткам. Потом как-то это все складывать. Даже не знаю. Ну, как-то придется. Мне нужен большой пакет. Ах. Так, наверное, я немножко отключусь. Да, здесь тоже куча всего. Я, наверное, немножко отключусь, чтобы хотя бы немножко с этим как-то разобраться, что у меня здесь происходит, что это все такое, откуда оно взялось. И дальше я, наверное, покажу, как у меня тут все разобралось. Схемка у меня какая-то подарочная, бордюров. Это глад, наверное, вышивает. Ой-ой-ой-ой-ой. Спасите, помогите, называется. Да. Ладно. Приступаю к разбору. И увидимся с вами в следующем включении. Сегодня готовлю мою любимую закуску. Это запеченные баклажаны. Немножко запекла также перца. И здесь в фольге у меня там с маслом чеснок. Сейчас я буду отделять вот эту кожицу баклажанов от мякоти. И просто вилкой разминаю. Добавляю туда также перчик, чеснок достану из фольги, тоже разомну. И можно добавить зелень, можно обжарить фарш, можно фету добавить. То есть разные есть сочетания. Можно майонез добавить. Ну, я люблю вот просто баклажаны, чеснок, перец. Еще бы красненького перца, но у меня не было. Запекла вот так то, что есть. Получается очень вкусная закуска. Так что я приступаю. Итак, ткани и вот то, что было из наборов, какие-то остатки ткани я собрала отдельно в пакет.
Пусть будут, ткани могут пригодиться неплохие. Эту коробку перебрала. Здесь, значит, бисер, пуговицы, какая-то фурнитура. Это вот какая-то машинка для такой, знаете, как ручная штопка, да, нажимаешь, она шьет. Но она не очень-то рабочая, но выбросить пока жалко, пусть лежит. В общем, тут у меня собрались разные такие вещи, которые, в общем-то, могут пригодиться. Всякая фурнитура тут будет. Так, дальше. Вот эти коробки я все освободила, перебрала там, что было, мелочевку. Вот это тоже у меня пустая. Вот здесь я оставила все-таки эти нитки. Здесь металлик нужно будет сюда, весь кредит металлик сюда собрать. Я так подумала. Где он у меня хранится, буду искать. Все сюда сложу. А здесь новогодняя какая-то была мелочевка. Знаете, у нас есть такая традиция на каждый год дарить друг другу, покупать, раскладывать такие, как на удачу, ну, не талисманы, но такие вещи на удачу. Видите, это вот 2015 год. Так, не видно, наверное. Сейчас. Одной рукой. Давай. Где-то 2015 год. Найдем тебя. Смотри, улетел. Не вижу через камеру. Вот. 2015. Вот такие тут бусинки всякие. Ну, красивые тоже стекляшки, да? Выбросить-то жалко. Я так все собираю. Вот. Подковка. Счастье. Денежка такая была. На работе у меня таких очень много. Очень-очень. Пакетик. Вот. Сюда можно поменять бантик. Что-то другое красивое. Тоже будет украшение. Потому что леска все-таки хорошая. Ну, так как у меня руки пока не доходят до таких вот свершений. А выбросить, конечно же, жалко. Пусть лежат в коробке. Вот так. Ну что, тканями нужно заняться и как-то разместить вот эти коробки. А это у меня на выброс. Прошел сильный дождь и обломало дерево. Сосна большая, могучая. Так, тут у меня ткани. Я думаю, сегодня нужно мне заняться все-таки шитьем, иначе я так и не соберусь силами. А шить мне есть что. Во-первых, у меня целая куча. Так, нужно как-то нужно сподобиться. Уже 100 раз вам показывала. Есть у меня вот такие вышитые чайки. Чайки. Надо из них сшить мешок. Мне нужен мешок под хранение мирабилий организации. Как бы мне их оформить, чаек? О! Вот у меня что есть. Вот это отлично подойдет. А, какие у меня есть птицы. Чайки, вот они. Вот они и чайки. Так, ну подходит ли это эти чайки сюда? Интересно, видно? Так, ну что-то видно. Так, этот пока нет. Значит, что у нас есть? Ну, классные трезы я когда-то покупала. Такие вот кораблики. Есть вот такие вот чайки. Угу. Что еще есть? Есть просто синяя, но рисунок сюда не подходит. Не подходит. Так.
Мешок, мешок. Но это на внутреннюю сторону пойдет, на подклад однозначно. Ой, маленький кусочек не хватит на подклад, если делать мешок большой. Не хватит. Нужно будет сшивать. Ну да. Все равно не хватит. Беда. Ну, никак не хватает этого, нет. Хорошая ткань, но не хватает. Какие еще есть варианты? Так. Это больше подходит оттенкам, я так думаю. Где-то в тему. А, маленький кусочек. Это тоже маленький кусочек. А, мне не хватит на мешок оформить эту работу. Не хватит. Это 50 на 50 отрезы маленькие. Нет, не хватит. Вот это хорошо подходит. Тут край отрез. Нужно подумать, померить. Может быть, и я смогу оформить вот эту работу. Мешок. Нужно будет сейчас сесть померить. Так, что еще у меня тут есть? Из маленьких вышивок для мешка. Это вроде ничего. Две вышивки. Вот это у меня лежит. Это я когда-то вышивала поцелуй. Представляете, я сбилась. Тут что-то жутко напутала. Половина работы практически, да. И потом начала сначала, вышила все. А это отложила на долгое время. Я думаю, что время-то пришло. Это нужно будет мне сейчас взять вот так, отрезать. И нужно будет оформить в какую-нибудь красивую... О, красиво, сумочку. Не, вот это хорошо идет. Тоже, наверное, маленький кусочек. Ах. Почему я покупаю маленькие кусочки? Мне в основном только на задник ее нужно будет. Мне нужно будет вот так по рисунку. Если может быть как-то аккуратно все это сделать, косметичку. Ну да, можно аккуратненько вот так. Угу. Красиво. Я думаю, что красиво. Так, я буду думать. Так, нужно посмотреть. Я хотела сделать чехол. Ролл для работ. Какие у меня тут ткани есть в большом количестве? Что я покупала? Надо посмотреть. Есть ли ткани. По-моему, вот это у меня много. Да. Вот этой много. Ее нужно будет постирать, чтобы она подсела, потому что такой хлопок. Немножко, наверное, смесовая ткань. 100% премиум коттон. Ну, такой тонкий хлопок. Такой странный. Но этой ткани мне хватает как раз на сделать большой себе ролл для вышитых работ. Угу. А из чего можно еще его сделать?
подходит, но скучновато, когда две однотонных ткани. Вот у меня есть пижама, я ее очень люблю. О, точно, вот. Все, у меня все сошлось. Вот оно, вот оно, вот оно. Мне нравится. Красота. Очень нравится сочетание. Вот такой у меня будет ролл. Стежечку сделаю. Будет красота. Так, ну что? Чем бы мне заняться? Наверное, я займусь, сошью все-таки этот ролл. Иначе я его никогда не сошью. И подумаю, что сделать мне с вышивками. Так, ну вот этот вариант мне нравится. Хорошо смотрится. Я сначала думала сделать вот с этой тканью. Тоже как бы интересно. Но с этой лучше. Так, и буду мерить. Может быть, я все-таки что-то придумаю с чайками. У меня еще есть белая ткань. Можно все-таки как-то придумать, что-то сделать из белой ткани. Вставки, может быть, чтобы мне хватило вот этой. И сделаю себе мешок для организации мирабилий собранных. Так, ну что? Ну что, сейчас я доубираю то, что у меня плохо показывалось, оказывается. Доубираю я вот то, что мне тут осталось. Займусь, наверное, шитьем, потому что больше у меня времени не будет на пошив. У меня сегодня день свободный, выходной. Завтра я опять на работу. Решила в пятницу сегодня отдохнуть, а в субботу я поеду на работу. Поэтому приступаю и увидимся с вами в следующем включении. Так, и еще вчера у меня был очень продуктивный день. Я сшила вот такой мешочек. У меня давно была вышита вот эта вышивка. Для какой-то выставки я делала специально на тему чайки небольшую работу. Была в рамочке оформленной. Ну, в общем, я потом эту рамочку куда-то пристроила. И чаек этих... Нитка. И чаек этих вытащила. И просто они у меня лежали в рулоне. Думаю, ну что же с ними сделать? И вот они лежали, лежали и... Вчера у меня с ними все-таки все случилось. Я подобрала вот такую ткань. У меня есть и с чайками, но она более светлая и как-то, знаете, не очень сюда подходила. Поэтому я решила взять с такими корабликами. Тоже очень интересно. Мне кажется, хорошо смотрится с этими корабликами. Видите, вот так. Сейчас сюда положила два полотенца, чтобы хоть форму держала. Так, вот этот мешок у меня специально сделан таким большим, чтобы туда собрать, я вам говорила, что хочу сделать второй мешок для мирабилий, тканей, там схемы, чтобы как-то можно было поинтересней организовать свои запасы. Вот. Поэтому я сделала вот такой вот мешок, пришила сюда вот такой шармик. Может быть, нужно было бы его перешить сюда чуть-чуть, по центру, не совсем к краю. Ну, видите, это можно переделать. Подходит сюда этот кораблик такой красивый. И у меня здесь кулиска. Да, и ставила я простую ленточку, такая синтетическая, и по две бусинки. Просто вот так. А в серединке у меня вот такая красивая ткань. По рисунку, конечно, она сюда не подходит, но подходит в тон. Видите, прям один в один. Ну и тут очень нежная голубая такая основа. Я думаю, что рисунок прям никто не будет прям высматривать, да, но в тон подходит. Сейчас туда положила пару полотенец, чтобы форма была. Вот такая красивая сумка получилась, объемная, ну хоть куда. И вещи какие-то свои можно организовать, и для вышивки, ну и не только для вышивки. В общем, я очень довольна этой сумкой, просто я молодец, что потихоньку что-то шью. У меня очень много идей для пошива, но времени мало.
А сумочку пока сшила, знаете, очень много времени прошло, потому что шью редко, забываю, навык где-то что-то теряется. Потом нужно смотреть опять видео девочек, вспоминать. Но главное, сшита сумка, я теперь довольна. Завязки у нас вот так тут завязываются. Вот бантик, вот так как-то должно быть. Но думаю, если маячок нужно перешить куда-то больше к центру, чтобы было его видно, то он в уголочке там теряется, ну как-то так. Вот, ну такая вот классная получилась сумка. Я прям с собой довольна. Найти бы еще время, шить бы еще пару проектов, о которых я тоже давно думаю, мечтаю. Даже не знаю, как это все это организовать. В общем, вот так, такие новости, девочки. Побежала на работу. Вот, а пока я хочу, раз я уже его сшила, хочу разобрать как раз мои вышивки. Вот это у меня есть такая сумочка. Здесь у меня неправильно она пошита. Нужно будет ее как-то перешить. Может быть, соберусь силами и перешью. Но пока она отлично выполняет функцию вот такого мешка-хранителя, где хранятся очень объемные мои вышивки. Значит, я собрала все мои мирабилии и схемы. Вот для этих дизайнов как раз я и шила эту сумку, чтобы все разобрать. Долго их собирала по разным местам. И теперь буду их все раскладывать. Пакеты шуршащие. Вы уж простите. Буду стараться аккуратненько как-то вам это показывать. Что у меня собрано с тканями, без тканей. Те мирабили, которые я хочу вышивать. Вот эти мне очень нравятся, музы. Дальше у меня есть Офелия. Ткани. Бисер, все укомплектовано. Давно купила вот этих русалок. Ну, как вы понимаете, с моей загрузкой так к ним и не добралась. Но у меня укомплектовалась оригинальной тканью. Здесь полностью весь комплект материалов. Поэтому, ну, придет время, буду вышивать. Это дизайны такие классические на года. Вот, недавно также укомплектовала вот эту, как она мне нравится, как нравится. Я вот эту мирабилию практически была готова купить схему второй раз. Я забыла, что я ее купила, все на нее смотрела, думаю, какая красивая, надо купить. И хорошо, что я заглянула к себе в коробку что-то поискать и увидела, что у меня есть эта схема. Думаю, вот я молодец. Докупила ткань. Чтобы у меня уже все оригинально было, то знаете, как хочется бывает что-то начать, и нет оригинальной ткани. Начинается вот это вот придумывание, чтобы на чем вышить. Бисер. Ну, нитки у меня все есть в запасах. Дальше. У меня дальше ткани. Это здесь старенькая мирабилия. МД-8, мечтательница. У меня и нитки к ней собраны уже много лет стоят, и я никак не доберусь. Мне здесь очень основа нравится, поэтому я хочу вот ее тоже вышить. Вот именно из-за основы. Ну и сама, конечно, она красивая. По возможности буду вставлять также картинки. Вот это пойдет сюда. Дальше. Вот такая у меня есть красавица. К ней у меня есть ткань купленная. Но я не могу ее найти, вы представляете? Я уже искала. Ну, нужно будет еще разбирать мой ругательный уголок, еще перебирать, наводить порядок, потому что много всего накопилось, и вот не могу найти ткань. Представляете, очень красивая, интересная, темная основа, шикарная вот эта мирабилия. Так, это у меня, скажите, невеста, сейчас, где она? Вот, я ее уже вышила, ну, схема просто лежит. Там у меня немножко подчеркнуто, но я все равно ее храню. Картиночка тоже уже помялась. Вот так, пусть будет. Так, не туда. Не туда. И здесь она была. Очень классный дизайн. Когда же я ее оформлю, не знаю. Ах. Ну, когда-нибудь. Пусть лежит. Дальше, что у меня тут еще? МД-7. Тоже какая-то мирабилия. А, не помню, что это за мирабилия МД-7. Ну, покупала, значит, надо. Может быть... Так. Может быть, вот это она?
Да, вот она, семерка. Я думала, что ткань темнее. Нет, вот она. Все, нужно их как-то вместе какой-то прищепкой пристегнуть, чтобы не потерять. Вот она есть. Но я думала, темнее будет ткань. Почему она такая светлая? Я думаю, что какая-то ошибка. Не может быть здесь вот эта светлая ткань МД7. Что нам написано? Нужно будет это дело проверить. Но я точно думаю, что это какая-то ошибка. Я покупала эту ткань как сборку просто, да, продают ткани под Мирабили. Но видно по картинке точно не эта ткань. Поэтому откладываю, проверю. Дальше. Это у меня ткань под Мирабили, рождественское украшение. Буду делать рестарт. Очень красивая основа, большой кусок, мне там под всего хватит. Дальше у меня от Lavender and Lace куплены схемы. Очень мне нравится Lavender and Lace. Здесь вот такая рукодельница шикарная. Ну, буду вышивать ее на аиде. Никаких равномерок черных, иначе это можно остаться без глаз. Вот эта старенькая, но она мне так нравится. Просто потрясающая разработка, шикарная. Здесь, конечно, работы будет. Ой-ой-ой. Ну ничего, потихонечку будем шить потихоньку. И вот эту мечтаю вышить. Прям вот хотелось бы даже в ближайшем обозримом будущем. Так, это вот одна стопочка. Дальше у меня есть еще одна стопочка схем. Но тоже я так чувствую, что не все, где-то еще они у меня хранятся. Вот такая у меня есть схемка, так понимаю. Кто это у нас? Ну вот, смотрите, данные. Я с этим производителем не знакома. Тут и бисер есть, просто ткань нужно купить. Вот такая красавица. Красивая юбка. Дальше у меня сэмплерков. Сэмплерков. Мне очень нравятся их дизайны. Их классно раскладывать на бордюры, на вышивку, на дорожки. Вот я свою дорожку вышивала, я брала вот этот рисунок. Видите, вот он. У сэмплерков очень плохие обложки. Прям вот никак, нигде не найти ужасные вот эти обложки. Вот я брала вот этот рисунок. Мне еще нравятся вот эти цветочки. Их тоже можно взять на бордюр. И вот этот красивый. Ну, вам вообще не видно. Я еще хоть как-то могу что-то рассмотреть. Здесь геометрия какая-то вот такая. Вот. Ну, и вот этот тоже классный. Вот прям блок шикарный. Для дорожки берешь свою цветовую гамму, нитки свои подбираешь и вперед. Дальше у меня есть вот такая схемка. Garden Fair, очень красивый дизайн в таком украинском стиле. Я люблю такие вещи. Здесь у меня все собрано. И основа, и нитки. Здесь ручного украшения. Ну вот. Такая схемка. Ну, тоже видите, когда. Потом есть вот у меня вот такая птичка. И была у меня еще синяя, я ее где-то даже откладывала, что-то хотела начать, но не могу теперь ее найти, куда я ее отложила. Вот такая красивая птичка, вшивается легко, и у меня, по-моему, даже ткань есть подходящая. Дальше, вот этот Семплер Гоф мне очень нравится. Вот, очень нравится здесь дизайн, прям вышиваешь на подушку. Очень стильно. Я уже давно порываюсь начать. Ну, пока себя сдерживаю. Потрясающе. Вот у меня куплена одна ниточка. Ну, я думаю, что мне этой ниточки, конечно, сюда не хватит. Я думаю, что здесь, наверное, по идее вышивается в одну нить, но для подушки это будет мало. Нужно будет в две. Нужно будет подобрать свои нитки, потому что не накупишься этих ниток дорогих, чтобы вышивать подушку.
Вот, дальше есть у меня вот такая схемка, мне дарили с магазина Madame Needle, да, мне дарили эту схемку. Ну вот, видите, до сих пор еще не вышло. Но тоже все думаю, надо собраться, надо сделать, надо так оформить в такой вот тубус. У меня таких штук еще нет. Ах, ну, когда же, когда, Юля, ты будешь это делать? Ну, она, в принципе, должна быть несложная. Нужно ее отложить, посмотреть, какая ткань здесь нужна. По-моему, здесь нужен 40-й каунт. У меня где-то был кусочек 40-го каунта, если не ошибаюсь. Да, вот 40-й каунт. Так, ну я отложить, нет, пока не буду ничего откладывать. Знаете, вот так смотрю, вдохновляюсь, хочется это схватить, и то, и другое. Надо хоть что-то как-то дошить, а потом уже хвататься за новое. Вот такая у меня еще есть схемка. На YouTube ее много вышивали, очень симпатичная. Здесь нитки ДМС по схеме, ничего сложного, но очень эффектно, красиво, мне понравилось. Тоже можно брать много разных дизайнов, кусочков этих дизайнов для каких-то прикладных. И вот такое у меня еще есть богатство. Купила я себе схему от Виктории Сэмплер. Очень мне понравились эти анютомизации, по-моему, называются, если не ошибаюсь. Вот здесь схему, две схемы, по-моему, или три схемы. Значит, можно сделать вот так. Либо в шкатулку, либо пин-кип. Вот пин-кип. Вот можно сделать картинкой, либо конфетой. И можно вот такой маячок. Я хочу сделать конфету, хочу сделать маячок. Обязательно пин-кип вот этот. И все хочу сделать. Все красивое, все хочется сделать. Здесь у меня еще схемы напечатанные с интернета. Тоже от Виктории Сэмплер. Разные красивые. Вот это мне очень нравится. Здесь и ленты тоже, ну, очень всего много красивого. Хардангер, схемы. Все мне надо. Вот эту салфетку очень хочу сделать. Красивая. Видите? Идей много. Вот она. Схема, вот такой расчет. А это вот тоже такие красивые схемки. Я в интернете находила, чтобы... Для прикладнушек. Они несложные, но тоже. Время мало. Руки всего две. Как это все успеть? Вот. Ну и с обратной стороны здесь нам представлены другие дизайны от Виктории Сэмплер. Вот такая у меня скачанная схемка есть. Еще мне нравится очень вот такая. Вот. Видите, рукодельная. Еще найти пока никак не могу. Потрясающе. Ленточку эту хочу, все хочу. Тут есть из барджила, есть и с техниками. Вот так буду показывать. Из барджила и с техниками хардангер. Ну, здесь немного попробовать, поучиться. Ну, дизайн очень красивый. Вот это мне очень прям нравится. Так, вот здесь у меня что? Куплено много тканей для всех дизайнов. Я на 1, 2, 3 стич часто путаю с этими инчами, покупаю больше. Ну, равномерка, эти ткани, они лишними не будут, поэтому пусть все будет. Вот, видите, у меня собралось две кучи большие. И я хочу их теперь распределить. Вот эти, где много бисера. Я хочу вот в эту сумку. Потому что она у меня побольше. Какая хорошая сумочка. Все помещается туда. И теперь давайте упакуем вот эту сумочку. Так.
Так, сняла телефон со штатива, не получается мне поймать ракурс, и я поменяла местами комплектацию сумочек. Сюда все-таки поместила мирабилии, которые с бисером укомплектованы, а здесь схемы, которые длинные, потому что эта сумочка она покороче, а эта побольше. И знаете, все так очень хорошо укомплектовалось. Вот, смотрите, прям отлично. Есть еще немножечко места. Чуть-чуть, Юля, много не покупай. Вот, чуть-чуть есть места. И шармик видно хорошо. И, ну, вот, очень все классно получилось. Вот, и это, конечно, сумка у меня тоже теперь вздохнула. Места там стало больше. Тут есть и липучка, есть и для кулиски. Ну, я говорила, сумка эта сшита неправильно, просто я там... Все напутала, когда училась шить, но функцию она свою выполняет, может быть, когда-то с силами соберусь и перешью. Но пока вот отлично, все сюда помещается, тоже место еще есть, можно что-то положить. Ну, теперь все красиво разобрано, я знаю, что схемы мирабили у меня вот в таких красивых сумочках. Я собой довольна. Особенно вот эта сумка мне нравится, тут все правильно сшито, все красиво. Нужно продолжать шить и не лениться, шить побольше таких красивых вещей. Вот так. Пока варю фокес, испекла очень вкусный пирог. Там фета, еще сыр мизитра и праса. И такой хрустящий лист, очень вкусный пирог. Ну, вы не думаете, это не я такая суперхозяйка, конечно, век технологий. Нас спасают заморозки. Вот. Ставишь в духовку, уже готовый и запекается. Ну, удобно и очень вкусно. Вот так. К чаю, кофе. Так, хочу показать вам еще кое-что. И убегаю заниматься домашними делами. Покупала я вот такое вот... это заготовка для одеяла. На сайте 123 Stitch. Итак, я разложила на кровати, потому что по-другому это не показать. Вот видите, вот так. Это заготовка для одеяла. Здесь есть напечатанный вот такой вот крест. И вот я пробовала вышивать. Как вы понимаете, получается очень-очень жидко. Но в принципе... закрывается, конечно, вот печатный вот этот рисунок, да. Вышивала я 4 нитки, что ли. В 3. В 3, значит, было по схеме. Но получается очень жидко. Здесь нужно либо брать 6 нитей, или лучше нужно здесь не мулине, а какие-то другие нити. Может быть, нитки перле от ДМС. В общем, идея классная, шить такое одеяло. Я мужу показала, муж сказал, он же у меня охотник, он сказал, да, давай, шей мне такое одеяло, мне оно нужно. Еще вот покажу, напомню картинку. Здесь у нас вот рыбалка, медведи, домик охотничий, лось, то ли волк, то ли собака, утка и олень. Вот так. Ну, по рисунку, вот на обложке, здесь тоже вот так оно жиденько так и есть. Но мне так не нравится. И поэтому я засмущалась и это дело убрала подальше. И теперь не знаю, что делать. Нужно здесь собраться силами и посидеть, поподбирать нитки, попробовать. Шерсть, я думаю, не вариант, потому что... Это же будет одеяло, как оно будет практически пользоваться, стираться, затираться, если взять шерстяные нитки. Ну, тоже есть такой вариант. Можно взять шерсть, она поплотнее, попушистее. Здесь указаны нитки ДМС. Обычные нитки ДМС указаны, понимаете? Поэтому я так и брала нитки ДМС. Да, ну вот... Такая вот задачка-незадачка. Нужно что-то придумывать. Но я хочу сделать это одеяло, знаете, такой опыт. И вышить, и потом сшить его. Тем более я учусь потихоньку шить. Мне очень интересно.
Вот. И я же по одному не покупаю, купила и себе вот такое одеялко. Это уже от Буцилы. И здесь вот такие красивые цветы. Вот. Здесь у нас вот такая красивая печать. Очень четкая. Я не боюсь печати, но в данном случае я не знаю, как быть с нитками. В смысле, во сколько сложений вышивать. Но вот здесь вот вроде бы все так хорошо зашивается. Вот такая вот здесь у меня история. Все, побежала заниматься домашними делами. И увидимся с вами в следующем включении. Совсем забыла показать вам, что у меня на станке теперь находится кот. Почему-то я на него вчера посмотрела, подумала, как же кот. Я давно его не вышивала, вот так, знаете, чтобы взять и пару дней, недельку дать именно времени этому коту. И поставила на станочек. Вчера уже приступила, чуть-чуть повышивала. Также нужно сделать бэкстич сегодня. Посмотрим, как пойдет. Ну, я думаю, что надо немножко уделить ему внимание, то он тоже много лет у меня лежит в начатышах, нужно наводить порядок. Поэтому сейчас вышиваю кота. Итак, сегодня 2 декабря. Поздравляю всех с началом календарной зимы. У кого-то она уже наступила по факту, а у нас еще не наступила. У нас холодно было всего лишь 1,5 дня. И сейчас опять тепло, плюс 20 градусов. Погода, конечно, в этом году у нас феноменальная. Очень тепло. Отопление даже не пробовали включать. Ну, у нас его всегда включают всего на пару часов вечером. А в этом году даже еще пробные не запускали. Вот так вот у нас тепло. Ну, вечером холодно, конечно, мы включаем кондиционер. Но так отопления еще у нас нет. Вот, а я сегодня буду завершать рукодельную неделю. Точнее, рукодельный влог. И если вы досмотрели это видео до этого момента, поставьте, пожалуйста, в комментариях плюсики. Мне очень интересно, кто досматривает видео. И это будет, конечно же, для меня стимулом и вдохновением продолжать снимать. Потому что, когда делаешь большие перерывы, снимаешь редко, очень-очень сложно вернуться как бы снова в строй и снимать часто видео. Поэтому поставьте плюсики, можете что-то написать, все, что вашей душе угодно. Вот, сегодня буду подводить итоги, постараюсь смонтировать, выложить, чтобы уже видео на этой неделе было. Итак, во-первых, отчитываюсь вам по коту, с которым я работала на этой неделе. Ну, здесь у нас что? Что у меня здесь? Я вышила бэкстич, во-первых, чтобы, знаете, не накапливать, поэтому все, что было в моей доступности, я вот здесь все вышила. Единственное, не хватает бэкстича вот здесь, на книге. И сова у меня с бэкстичем. Сова, конечно, потрясающая. Здесь цветов немного, пару блендов, несколько чистых цветов. И казалось бы, что ну вот как-то мало оттенков, но тем не менее, даже без бэкстича она смотрелась уже очень выразительно. А с бэкстичем так вообще красавица. Вот. Снимаю сейчас без дополнительного света, убрала с лампы, потому что очень сильно засвечивает и делает основу, во-первых, виноградного оттенка, во-вторых, конечно, и все цвета очень сильно засвечивает. Вот. Покажу немножко вот так вот. Здесь почему-то не видно практически бэкстича. Вот так засвечивает сильно камера. На синем не видно. Хотя вживую видно достаточно хорошо. А вот здесь вот в книге все видно прекрасно, чудесно. Вот. Надо посмотреть на обложке. На обложке тоже так. Думала, может быть, я перепутала где-то какой-то цвет, оттенок. Бывает такое. Вроде бы нет. Все так же. Вот. Чудесная сова. Сделала здесь я себе разметку меловым карандашом, чтобы мне было легче ориентироваться. И вот вчера тоже немножечко вышивала. Хочу вывести полностью основание. И дальше буду вышивать книги. Здесь, кстати, на первой полке с правой стороны очень-очень все легко вышивается. Видите, там просто красные пятнышки. Вот. Ну, у меня практически, ну, не 50%. 50% это вот здесь вот. Чуть-чуть не хватает до 50%.
ну пусть 45, я не знаю сколько. Ну, это уже прогресс. Работа сдвинулась с какой-то своей мертвой точки. Долго она у меня лежала. Теперь потихонечку я беру, ее вышиваю. Поэтому я думаю, что финиш должен быть, ну там в следующем году должен быть обязательно. Если так вот взять еще 4 подхода и будет готовая работа. Поэтому работа у меня это все-таки продвигается. Разработка потрясающая, котик очень красивый, вот, но я его навышивалась, поэтому буду сейчас откладывать и займусь какой-нибудь другой вышивкой. Хочу также показать вам шитье, значит, я вам мешочек уже показала, и сейчас хочу показать ролл, который я сшила именно для процесса. Для готовых работ, конечно, меня ролл не спасет, мне нужно какой-то мешок просто шить, чтобы туда их все упаковать. Вот. А для текущих процессов, мне кажется, это очень удачная идея. Я вам показывала, я выбрала две вот такие ткани, терракотовую и вот такую с полосочками. Очень мне нравится ткань с этими полосочками. Вот. А терракотовая оказалась очень капризная, я с ней так намучилась, так мне тяжело дался этот ролл, потому что она, ну не знаю, как-то она не очень легко шилась, не знаю даже почему. Вот, внутри у меня вот так. Вот такой вот матрасик, пижамка. Стежку я делала, нижняя нитка у меня белая, чтобы, знаете, здесь не было нагрузки, вот просто белым. А с этой стороны, ну, в том терракотовая ниточка у меня как раз нашлась. Вот, ролл получился двухсторонний. Он у меня, сколько сантиметров сейчас вам скажу, забыла померить. Меряю вместе с вами. 71 сантиметр в длину. Это такой большой ролл, потому что работ много. Сейчас мы будем вместе как-то упаковывать. Так, и 49 сантиметров в ширину. Вот. Вот такой вот ролл. И задумка у меня такая, чтобы у меня здесь были только процессы, чтобы я могла открыть свой рулон и выбрать процесс, который я буду вышивать. Хочу перебрать все свои работы, чтобы сюда притащить именно все процессы. Я парочку нашла еще процессов, которые сюда должны у меня поместиться. Вот, на прошлой неделе я вышивала Custom Crafts. На прошлой неделе я вышивала Custom Crafts. Вот он пока отдыхает, ждет своей очереди. И нашла я в своих процессах, немножко стала делать разборку. Я нашла вот такой процесс. Это Dimensions. Забыла, как называется дизайн. Я найду, где-то подпишу. Картинку тоже вставлю вам, что это за дизайн. Покупала несколько лет назад, увидела оригинальный набор и покупала себе на день рождения. Но там у этой девушки-продавщицы, я даже уже заплатила, видно, перекупили, ну, заплатили больше, и набор ушел. Она мне предложила в компенсацию сделать сборку с оригинальными материалами. Но старые схемы Dimensions не копируются. Я это тоже уже пробовала. Их сколько ни копирую, они все равно получаются очень размытыми. Нитки здесь, какие-то цвета оказались прелыми, и они разлазятся. И вот когда у меня были все вот эти прелести, ужасная схема, какие-то цвета, которые просто нужно было заменить на ДМС, я так расстроилась, что отложила всю работу, мне ничего не хотелось. Вот, она отлежалась, эмоции прошли. Я думаю, что я тоже включу этот процесс в ротацию. К тому же, что девочки мне помогли, прислали схему в саге, поэтому большое-большое спасибо за схему. Поэтому я думаю, что я вернусь. Здесь нужно сделать бэкстич для начала. Вот, и дальше уже нужно организовать хорошо процесс, перебрать эти нитки, заменить, что нужно. И со спокойной уже душой потихонечку брать и вышивать. Все, уже как бы у меня этот настрой такой отрицательный ушел. Поэтому я могу теперь ее взять, чтобы ни на кого не плеваться. Вот, и также в рулон этот я положила фистралов, это по Гарри Поттеру, очень интересные мотивы в виде газеты
оформленные дизайны. Здесь 40% тоже работа продвигается, поэтому нужно тоже постепенно брать в ротацию и вышивать. Вот. Может быть, себе сделать нужно еще типа блокнотика, либо какого-то листочка. Ну, хотя, в принципе, и так у меня есть небольшой коллаж с этими процессами. Я их вижу там. Вот. Ну и будет у меня этот рулон. Я уже вам показывала тут все работы, поэтому я думаю, что не нужно еще раз это все открывать, показывать. Думаю, что и так вы уже все помните. Так, и как это у меня теперь должно быть в этом рулоне? Как-то так. Видите, процессов накопилось много, очень много. Вот эти нужно, наверное, под низ. И тут у меня еще мирабилия. Она у меня, кстати, близко стоит по очереди. Я на этой неделе покажу, что я хочу сейчас повышивать. Мы немножечко с вами также поговорим о планах на эту неделю. Так. Так, главное ничего не уронить. Так, не очень удобно, конечно, на камеру было скручивать, но как-то я так справилась. В общем, вот такой вот у меня ролл. Но я сейчас переделаю, потому что мне было неудобно. У меня кусочек работы выскочил. Вот. Ну, в целом, как-то вот так. Это у меня должно смотреться. Работ здесь много. Так, хотела показать. Может быть, как-то потом сниму телефон, покажу. Вот такой получился пушистенький ролл. Им можно пользоваться и как чехол для рамы, и как ролл для работ, для процессов, для готовых работ, двухсторонний. Ну, вот мне захотелось вот этих оттенков терракотового, поэтому он у меня готов. Дальше. Давайте пойдем и посмотрим. Итак, давайте немножко я задам некоторый вектор на эту неделю. Постараюсь сшить. Во-первых, у меня сейчас настроение что-то пошить, очень много идей. Но хочу, во-первых, довести до ума вот эту вышивку. Я вам показывала, когда разбирала мои все материалы, что у меня есть вот эта вышивка. Я ее вышивала. Первый раз сделала ошибку, оставила вот этот кусок и потом вышила второй раз. У меня есть оформленная работа. Вот, но так как здесь много вышито, понятно, что выбросить это рука ни у кого не поднимется. Я хочу оформить в такую сумочку-косметичку большую, дорожную для личных вещей. Поэтому я долго думала, как, что. И вот нашелся у меня этот кусочек ткани. Хочется надеяться, что мне его хватит, потому что он такой маленький достаточно, 50 на 50 отрез. Поэтому мне придется немножко здесь поколдовать, чтобы все это у меня получилось. Ну вот где-то так придется обрезать, я так себе предполагаю. Вот как-то так, чтобы сделать добавок хороший низ, хороший верх. Такая она будет длинненькая, пухленькая сумочка, сама вышивка. Примерно 31 сантиметр, даже больше пойдет, потому что здесь еще вот хвост 32 где-то будет сантиметра в длину. Вот, отрежу где-то вот так, и здесь будет у меня шов, вот как раз по этой линии, вот так будет шов. То есть здесь у меня вот эта ткань должна идти вот так ровненько, ну только большим запасом. И точно так же и наверху. Вот, это у меня, значит, пункт номер один, сделать эту косметичку. Долго я присматривалась к ткани, подойдет, не подойдет, и мне очень нравится. Здесь такой цветочный сюжет, который, в общем-то, ну, поддерживает, подходит к теме. Здесь тоже цветочки, и вот этот синий, он хорошо совпадает вот с внутренним синим цветом, тоже как-то оттеняет. Ну, мне кажется, что смотрится достаточно хорошо. Ткань тоже хороший, хлопок, плотненькая, конечно, все проклею флизелинчиком, поэтому будет все хорошо, хорошая будет такая косметичка. Есть у меня молнии,
В общем, буду шить. Так, это пункт номер один. Второй, я так и не оформила мои работы. У меня стоит пенокартон, мне подсказали, называется тот материал, который я купила. Поэтому будет у меня, должно быть оформление, но хотя бы нужно как-то начать постараться. Вот, и что буду вышивать, сейчас покажу. Вышивать я решила вот эту игрушку, кота-тигра. Стоит вот так на рамке, глаза мне мозолит. Я думаю, что нужно мне взяться и все-таки его доделать. И ну, просто, как бы, чтобы он меня уже не валялся. Как посмотрим, как буду доделывать. Ну, в общем, на этой неделе я хочу с ним, в общем, разобраться с этим тигром. Поэтому план работы у меня вот такой. Вроде бы как и немного, но и не мало. Отправляюсь я сейчас на работу, смонтирую и все вам покажу. А на этом все. Желаю хорошего настроения. До новых встреч. Всем пока-пока. Сегодня буду готовить факез. Простое, но очень вкусное и нами любимое блюдо. Значит, я мерю на кружку. Такая у меня большая кружка. 1:3, но иногда приходится доливать воды. Я сейчас, значит, факез немножко промою. Добавлю 3 кружки воды. Вот здесь у меня 2 зубчика чеснока, лавровый лист, перец. И поставлю на огонь. Как только закипит, будем добавлять томатную пасту и парить 30-40 минут на медленном огне. Ну, иногда бывает факез такой, что набирает больше воды, нужно добавлять горячей воды, нужно контролировать. В общем, я приступаю, вам потом покажу какие-то еще моменты. Так, факез закипел, и сейчас я буду добавлять пасту. Обычно нужно добавлять томатную пасту, 250-граммовую пачку, не очень концентрированную, но я один раз попробовала, и мне очень понравилось. Я теперь добавляю вот такую заправку для макарон от Бариллы конкретно. Беру либо вот такую с оливками вкусно, или есть овощная, где там лук, морковка. Вот, и добавлю пол банки ровно сейчас в факез и на 30 минут на медленном огне. Итак, мой факез выпил почти всю воду. Вот такой вот сорт, он вроде бы мелкий, но видите, выпил всю воду, поэтому я закипятила. И сейчас добавлю еще ложку томатной пасты, так как воды добавляю. Вот. Еще варится минут 20. Он будет еще поглощать воду. Будет с оливками. Чуть-чуть. Так. Люблю факез. Все его готовят по-разному. Это как борщ. У каждого свой рецепт. Я готовлю просто и лениво, потому что я работаю. Мне как бы некогда там играться с рецептами. Ну, главное, чтобы было просто, быстро и вкусно. Ну, кстати, муж мой сказал, что это самый лучший факез, вот как я сейчас так готовлю. Ему есть чем сравнить. Мама у него готовит очень хорошо. Можно даже в никакой ресторан не ходить. Лучше ее я еды не пробовала. Ну, вот так. Все, еще 20 минут на среднем огне. Кипим. Теперь нужно добавить масло. И оставляем еще вариться на медленном огне минут 15.